Так, гайс, ну, блядь, я смотрю, короче, очередную херкубину просто, я не знаю, почему, собственно, такой человек вообще нравится людям. Да, я не спорю, он профессионал своего дела, у него качественные стримы, он играет на публику, опять же, ну, это как раз к этому мы и будем придираться, как он играет на публику, блядь. То есть, чисто со стороны глянуть разок его видос, ну, типа, ничего странного не покажется. Но, блядь, я уже сколько замечаю, просто какую же хуйню он все-таки несет иногда. И, собственно, я не буду сейчас объяснять свою позицию, но Я что-то меня не уже понял, жутко начало а бомбить по этому поводу. куда же Собственно, бежать? и каждый раз, когда я вижу ебало Куплинова, просто я начинаю просто срать ему в Неужели комментариях. направо? И Я в что-то не чат, и понял. под видео, и просто так. Поэтому давайте просто, ну, посмотрим небольшой ролик, 46 минут, не буду Да не может даже быть полностью его направо. смотреть, просто промотками погнали. Стенку, блядь, ебанул. Давай, привет. Так, я не понимаю, куда идти. Там все, блядь, нахуй в этих какашках сраных. Бля, охуенно. В комментариях в прошлой серии написали, что типа давайте следующую серию делать час. Я-то думал, что у меня серия Все, вижу, куда идти. Да, наверное. Пиздец, блядь, 6 минут разницы, пиздец, это так много, нахуй. Ебать, ты нам открыл, блядь. Я хуею. Чувак на 6 минут дольше обычного записывал. Там входа Пиздец, боже, тоже как ты нету. выжил? Я не знаю, наверное, в последние 6 минут охрипнут Подождите-ка. это, блядь. Я искренне сочувствую тебе, блядь, что, ну. Страшного. Люди пишут, что я охрип. Подожди, как он сказал? Стали, что типа давайте следующую серию делать. Что типа. Что-то не понял. Я не понял, знаешь, что написали, что типа. Я охрип после вчера. В комментариях написано, то есть он не знает об этом. Ну, бывает. Человека с мозгами. По-другому, а у него в комментариях прошлой серии написали, что типа давайте следующую серию делать час. Я-то думал, что у меня серия там 5-5. Так я не пойму, ты серию делаешь час или ты ролики заливаешь обработанные? То есть, ну, ты как это делается? Ты ведешь стрим, блядь, да? Ну, он же явно не идет, блядь, вот это 46 минут 26 секунд. Ну, там надо быть долбоебом, я не знаю, каким-то, чтобы 40 минут постримить и выключиться. Я думаю, ты же нарезаешь. Какая разница? Ну, блядь, залей стрим, залей там, не знаю, побольше нарезок интересных. Получился, она получилась 41-42. Ну да, это дохуя, это на самом деле очень много. 42 минуты. Да, я согласен. Вообще, блядь, нихуя неадекватно. Блядь, ну вдумайтесь в эти слова. Или, блядь, у чувака нахуй. Сука, я сейчас ебнусь. 15 миллионов подписчиков. Его зрители попросили нахуй на вместо 45 минут делать часовые серии, блядь. Он как будто, блядь, создатель какого-то кинематографа, блядь, и как будто, блядь, там это... Дневники вампиров, блядь, или я не знаю, там Игра престолов, блядь, ему это вы попросили час, это не это как-то неадекватно. А, то есть ты уже определился, то есть на самом деле ты охрип, а то людям показалось, а ты до сих пор не в курсе просто. Я реально я Блядь, хуйню какую-то несёт. То есть, подождите, люди написали ему, что он охрип, попросили серию на час, а он не знал, он охрип ли он, теперь он говорит, он охрип, поэтому из-за того, что он охрип, он не будет делать серию на час, потому что люди, которые попросили этот серию на час, они неадекватные, потому что, ну, потому что он типа пришел к тому, что он охрип. Короче, Да, с вами в самом... да, я хрип тоже. Вот, сижу, кашляю. Так, а в чем, собственно, проблема? Латая. Иногда, знаешь, ты Сука. заходишь в локации и вроде бы не а что делать-то, Ой, блядь. Сдохнуть просто от всего, что можно. Да, в оригинале, короче, чуть-чуть... Да ёб твою мать, пошел нахуй. Что тогда делать? Да ну что это такое?
как тут, блядь, пробегать? Ребят, я скачал игру, а что с ней дальше делать? Ну это нереально. Так что вы знаете, что с игрой делать? Да, да. Я скачал, я установил игру, блядь, а что с ней дальше делать? Ребят, подскажите в комментариях, а то я не знаю, не в курсе. Ты куда? Ты куда? Вернись. Что? Что, ебанутая, что ли? Специально так сделано, твоя старая реакция, блядь, не успела сработать, ты специально поставил. Вы нахуй, сука, ублюдки. Разработчики специально игру выпустили для молодых, чтоб ты нихуя не успел сделать здесь, в этой ситуации. Да, специально все сделали. Скажи, подкручи на скриптинг. Сейчас будет стоять еще минут 5 на цели, сюда хоть пустое место. Змея! Змея! Нахуй ты тёлку трогаешь, блядь? Иди уже, блядь, занимайся сейчас. Господи, сейчас от декора бы убегать, блядь, в 2020. Я ж кворкнулся. Так, а собаки типа как скримеры будут забегать и меня печь, блядь. Нахуй скримеры? Ты, блядь, что играешь? Ну тут то, что ты не среагировал, блядь, это твои проблемы, это ж такое дело. Если все, я наверх, наверх. Да, ну, блядь, я вообще не трогаю, чувак, успокойся. Если отстань, блядь. Тут это высрать, лишь бы что-то было. Да ну не, ну нахуй такой. Ой, какой красавчик среагировал! Ой, оказывается, не декор, оказывается. Во-первых, я хилку выпил. Во-вторых, я кувыркнулся. Не хватило. Игре, по... игре просто похуй. Ей похуй на то, что ты выпил хилку секунду назад. Похуй, что ты кувыркнулся. Она просто дает дамаг тебе. А я думал, это другая игра совсем. Сейчас вы сидеть отличия, блядь, искать. Надейтесь отличия, ремейк от оригинала. Ну они мне... Ну, самураи, блядь, они бешеные. Они просто меня догоняют, и все. Знаешь, те люди, которые, блядь, поиграли, сука, в какую-то старую версию оригинала, да? Потом вышел ремейк, они, блядь, приходят в ремейк. Да ты, сука, ебанутая, сука, да иди нахуй с ним, блядь! Самонаводящимися, сука, кружками вот этими, блядь, обоссанными, блядь, говно, сука, тупое, сука, блядь, пускай нам, блядь, ебаного в рот. Дорожка для босса, блядь, она, очень сука, короткая. Информация для размышления, на самом деле. Сука, я дольше бежал в этот. Дает нам какие... Которым дебилом. Выводы на этом. Ты видел просто, оригинал, блядь, охуенная дорожка. Поздравляю, что дальше? Да господи, сколько можно, блядь? Сколько, сука, можно, блядь? Смотри, бля. Смотри, Леон. Сколько? Раз, два, три, четыре. Шесть долбоебов. Шесть долбоебов бегают за тобой. Тоже, наверное, был Дарк Соулс 3, они там боятся, блядь. Он что-то быстро все атакует, как, блядь. Это тебе не Дарк Соулс 2, где можно стоять полчаса, блядь. Как, блядь, старый обосранный дед, нахуй. Ждать, пока тебя атакуют, блядь. Ну, потому что реакции ноль. Чувак, который, блядь, играл в оригинал, нахуй, перепрошел. Я за ним следил. Ой, иди нахуй, сука, ой, иди нахуй. Вот этой четвертой резика перед тем, как проходить ремейк. Ну, блядь, начинаешь это тут сидеть, блядь, делать вид, что я там, ну, наверное, там самое бесконечное. Да ты, блядь, знаешь, ты вот проходил эту хуйню. Я не выебываюсь, потому что я, ну, я не проходил. Они что, еще прыгают сюда? Нихуя себе. Не к чему играть. Четвертый, если есть что-то в этой ремейк. Так, ну это хорошо, это да ну нахуй. Да ты полчаса, блядь, стоял, целился. Где я, конечно, боже быстро, мой? Собака вообще уже стоит перед тобой. Говорит, убей меня уже, блядь, ну убей. Я вижу, что ты старый немочный, блядь, попасть не можешь по мне, когда я бегу. Она уже стала перед ним, блядь, хвостом повиляла, блядь, у нее. Еле-еле. Ля, сколько их. Это тот человек, повторяю, который каждый стрим, блядь, перед каждой начинанием игры, каждую игру настраивает, блядь, все клавиатуры, кнопки, блядь, чтобы у него все охуенно было и удобно играть. То есть, ну, сейчас, блядь, реакция мангуста просто, что сказать? Да, он же сам же над собой шутит, блядь, как это весело. Блядь, мне нравится, он, там я смотрел какой-то тоже видос. Да ёб твою мать, кувыркнулся. А,
про сталкер. Да ты издеваешься, сука, ублюдок ты! Гневные комментарии, да, какой конченый бой. Да, да, дымный рыцарь там вообще топ-1, да. Я говорю, блядь, не мог учиться там убить кого-то. Топчик. Я не помню, честно, дымный. Я уже не помню. Ну, суть в том, что, блядь, там как раз таки реакция. Дымный самый сложный, поэтому не будет все остальные. Спокойно! Чё ты орёшь, чё, ебанутый, блядь? Вот это мне нравится, вот эти вот... Синдром Туретта, блядь, у Куплинова, это, блядь, классика, нахуй. Такой сидит, играет. Спокойно! Спокойно! Да-да-да. Блядь. Он дом не вскрикнет. Это, знаете, это, блядь, стример, это, блядь, тот стример, которого хочется смотреть, чтобы его обсирать, просто насколько он нелеп. Ну, блядь, не то, что там он там плохо играет, но как он это комментирует, блядь, как он пытается играть на публику. Оно же видно, что он... Все вот эти вскрикивания, вот эти, сам сказал, сам посмеялся, ха-ха-хи-хи. Ну ж, блядь, это все отражается, оно видно, что человек заготавливает себя. Ой, идите нахуй, сука, блядь! Идите нахуй просто, твари, нахуй обоссанные. Наигран вообще. Тебя, подожди, давай там не поебуй тогда. Так, я не понял. До босса дойти, сука, нереально, нахуй. Что ты не понял? Давай, расскажи, что ты не понял? Так, я не понял. Так, ну, бля, это самый натуральный сурок. Они просто не дают пройти, и всё. В никуда. Они бегают быстрее меня в два раза. Ну, да, дымный рыцарь просто. Просто это дымный рыцарь все это сделал. Он виноват во всем этом, так и знаете. Он, блядь, еле машет. Блядь, чувак стал раком, блядь, уперся нахуй во врага, блядь, и не может пробежать, потому что уперся во врага, блядь, какой ты быстрый. Почему не попал-то ни разу? Может, хватит? Потому что ты играть не умеешь. Попади по нему! А чё ты орёшь, блядь, чувак? Да уйдите нахер, сраный шаг, будите не до вас сейчас. А чё за эмоции на ровном месте? Откуда эти стрелочки? Всё, она убежала, всё хорошо. Да бляха, муха, какая потная херня! Ой, блядь, два моба, потная хуйня, блядь. Да отстань, ты чё пристал-то? А чё ты орёшь, блядь? Да ты... Какая подная хуйня? Да не, ну я такое не ловлю нахуй. Потому что ты первые полфайта хуйней страдал, в моба врезался, может да. Может ты считал, блять, может пока ты там в них врезался, ты считал, что ты в них стреляешь, а на самом деле нет. Да, здесь вот есть места, где наоборот, а есть места, где наоборот. Пояснение, да, блядь, я же игрока, который прошел обе части. Здесь вот ремейки сделали я ему нихуя не съел. Охуенно, для людей, которые это просто худшее, что можно здесь вообще использовать. Это просто худшее, что можно здесь использовать. Худшее. Все его знают, все его смотрят нахуй. Он не думает о тех людях. Сука, 4 удара сделал нахуй, у него, блядь, 20 сантиметров полоски. Или ушло. Купить игру, нужно ли ее покупать или нет. Так, а вот здесь если аккуратно заваляется. Ну просто там, где сделали где-то так же, а где-то наоборот все. А где-то интереснее. Извините. Объяснение, блядь. Не, это был не дымный рыцарь. Показывает свою мощь. Игроблогера. Это еще манера, блядь, все читать подряд, мне нравится. Это, блядь, отсылка на Village называется. А это типа большое место. Я не знаю, я. Вообще, Резик прошел первую часть Village, вообще в своей жизни первую, но я просто не знаю, это нормально, что в каждой части... Да они, части, сука, ну сколько можно? Такие головы, блядь, открыть двери, ключи там, вся вот... Ой, блядь... Просто, ну вот... Дымный рыцарь просто это старается, понимаете? Дымного рыцаря до сих пор убить не могу, поэтому, блядь, у меня дымный рыцарь ебет вот это всю игру. Дефолт. Дымный рыцарь. То, что я теперь это вижу в четвертой части, это считается нормальным или это в ремейке переделали? То есть, опять же, этот человек не может объяснить, он вырыгает какую-то хуйню в виде синдрома Туретта. Он не может объяснить, у него просто что-то такое, а что-то другое. А
Поэтому, кто может объяснить, пожалуйста, скажите мне. Типа это норм, что в четвертой, что в восьмой части там, блядь, головы надо таскать, или это сделали в ремейке под закос на вид. Просто понимаете, Дымный рыцарь, он везде тут контролирует ситуацию. Он. Да ладно, а бывают маленькие. Я что-то вот не знаю ни одного. Как собаки, блядь, свистнут. Да давай, стрелами. Ложки-ножики. Ну, ножики. Носитель русского языка. Ножики. Ну ты издеваешься или что, чувак? Ой, подкатили шуточки, блядь. А ты что, доктор, блядь, чтоб её лечить? А что ты не целился? Вдруг бы ты попробовал? Ты же экономишь патроны. Да ну я не могу это видеть! Я не могу! Он, сука, за километр стоит! Мне что, кувыркаться, когда он стоит за километр? Вмешание уже добытой головы... Дымный рыцарь просто, блядь, ну, научил этого, блядь, босса драться, понимаете? Дымный рыцарь тут во всем виноват, блядь. А то, что ты взял задание, где тебе на карте, блядь, отмечено как долбоебу, куда идти и куда стрелять, это тебя не смущает, то есть сложность этого задания, да? Всего это на втором этаже. Ты что, слепой, она на между что? Да пошли нахуй, сука. Ну там есть. Ну они мне просто догоняют. Ну как это возможно? Давай сейчас мы в драку поставим какого-то бомжа против шестерых флешей, которые, блядь, догоняют тебя на скорости просто. Которые дамажат тебя, блядь, по пол хп за удар. То есть подождите, и вокруг еще плюется какая-то, блядь, это, хуйня тупорылая. Слон же со мной раз показали. Огнем. Я еще никогда от этого, блядь, долбоеба пизды не получил. Глаза разуй и увидишь, очкарик. По сторонам еще смотреть можно иногда, не только в очки. Да пошли нахуй. Ой, блядь. Ну что, ты пойдешь поиграешь в игру, там, не... Этот встанет, тот не встанет. Да ёб твою мать, идите в пизду, сука, выблядки. Кто-то на тебя встанет, что-то у тебя встанет, только... Это труп сейчас был бы, на самом деле. Потому что голова была на месте. Отлично. Ты оказался прав. Что-то встало. О, Dark Souls подкатил. Ну, я ж прыгнул. Да, поебало. Так, это вопрос. Дымный рыцарь просто ебет меня, понимаете? Ну, Дымный рыцарь это босс... это как... Пепел, знаете, это главный босс игры, там Дымный рыцарь. Просто Дымный рыцарь, понимаете? Ну, Дымный рыцарь это все. Это все Дымный рыцарь, которого невозможно пройти. 100%, да, 100%. Мертвые рыцари, которые, блядь, ожили хуй по никак, блядь, как, у которых там щупальцы вместо головы торчат, да, они должны от флешки флешиться. О! А вот и флешка. Не, ну рандомное скрикивание, почитайте сами. Ударь быстрее его! Хорошо. Тем более кричать самому себе. Это, блядь, вообще забавнее и забавнее. Дымный рыцарь! Ну, Дымный рыцарь меня убивает. Только Дымный рыцарь. Ебать, все, теперь ты точно не победишь. Флешек нету, ну похуй, что там это пистолет, автомат, пистолет-автомат, там, блядь, два ножа, граната. Флешек нету, все, это залог проигрыш. Попы. Они стоят на месте вообще, блядь, шатаются только, как ты, блядь. Спасибо! Спасибо! А ты что раньше этого не сделал? Раньше-то! И стрела, и меч, и еще одна стрела, и еще один меч. Короче, блядь. Дымный рыцарь, ребята, Дымный рыцарь ебется, он жесткий Дымный рыцарь, он такой. Бывает, да. Он... бегал от этих... Так, что там, Дымного рыцаря уже убили? Железных, блядь, в доспехах.
Он пытался в них флешки кидать, он пытался крафтить флешки, он не пытался их стрелять, он просто, блядь, подошла эта Эшли, блядь, кинула какую-то хуйню, блядь, с ваншотом от блядь. Я как будто в гэнбэнге участвую, где меня ебут все толпой, блядь. Ну, такое ощущение просто, когда вокруг тебя стоят шесть жестких мужиков, блядь, семь. Целый инвентарь, блядь. И вонзают в тебя свои, блядь, эти ебаные мечи. Кидает по ним, блядь, чего-то хуя. Пиво кончилось. Кидай еще один! Просто дымный рыцарь, да, он жесткий, понимаешь? Он ну, дымный рыцарь, он такой, да. Только и может, блядь, что с подачки, блядь, тёлки, блядь, это, подходите ногой, блядь, добивать. В смысле, блядь? Не бей! Не бей! Бля, вот там надо... Да ёб твою мать. Спасибо! Тёлка, блядь, решает весь файт. Да, всё. Игра проигрыш. Флэшик! О! Хуя себе дымный рыцарь ебал, блядь. Блядь, мне кажется, он бы, это моя скиллуха подкатила. Не покупал себе никакие оружие, пистолеты, пулемёты, дробовики. Он бы бил с пистолетами и бросал бы просто флешки, блядь, всю игру, нахуй. Бы кричал бы, блядь, дайте флешку, я хочу ещё за флешек, блядь. Да они, блядь, на месте стоят, чувак, блядь, они на месте стоят, ты бегаешь, как обосранный дебил, тебе тёлка. Да я ж прыгнул, блядь, ну. Блядь, зарешало, ты стоишь, блядь, ноешь флешки, блядь, ищешь, нахуй, себя в инвентаре, блядь, пиздец полезный человек. А Иисус, который выпал, он где? Он улетел, но он обещал вернуться. Ну да вот, то есть, блядь, я выпил Эстус, ну, там у тебя плоско ХП ровно там, где и было. Боже, блядь, какая конченая игра. Я не удивляюсь, почему большинству фанатов, блядь, соулдроучеров нравится, блядь, третья часть. Что, ну, это, знаете, это не сколько геймплейные фишки, это сколько, блядь, долбоебизм называется. Эти хилки... которые пиздец, по полчаса, блядь, пьются. Согласен. Сломай это, ножи, типа, сломай УЗИ, сломай пистолет, вот этот натовский или какой-то, блядь. Сломай все свои автоматы, блядь, и закупи себе флешек просто. Ходи с флешками. Хилки, которые пьются по полчаса, просто одно слово. Ждать, пока тебя тёлка выручит, блядь, своим станом. Да ладно, да ты ж кричал всю игру, какие вы быстрые. Пошёл ты нахуй. Боже, он сам себе да пошёл ты нахуй! Ну просто дымный рыцарь, он подбежал и меня насадил, да? Дымный рыцарь. Дымный рыцарь! Никуда. То есть, если посчитайте количество часов, потраченных на мою игру, и посчитайте, ну, то есть, и один час занял у меня дымный рыцарь. Дымный рыцарь самый жёсткий босс! По факту сказано, блядь. Купил игру, чтобы как-то... Дымный рыцарь. Это все дымный рыцарь. Кусок говна, блядь, обоссана. Если вы, блядь, кувыркаться не умеете, блядь. Это так, нахуй. Это не мои проблемы. Ну ты ж, блядь, подожди. Дымный рыцарь. Просто дымный рыцарь самый сложный босс, да? Уёбищный. Дымный рыцарь, нахуй. Незначительный, неважный, вообще. А шо у вас с дымным рыцарем, как вообще идет? Ты читаешь. Ну вот я вот дерусь против него, как бы убил его. Хуй знает, ну, когда, то, а вот дымный рыцарь меня ебёт, всё равно. Не, вот сказали, что он жёсткий, но я теперь это принимаю, что он жёсткий. Дымный рыцарь жёсткий, смотрите, как ебёт меня. Сука, тут же других боссов больше нету. Потому что ты медальонов не видишь, блядь, здесь, вот это, другие блядь, боссов. Вот это уже твои проблемы. Да, кстати, дорога к боссу, это тоже босс, блядь, уже на карте, для долбоёба, блядь, показывают, куда нужно идти. Можно их зачистить, конечно. Ты не можешь даже в окно посмотреть. Это будет, сука... Ёбана очень долго. По всему, блядь, замку. Ну, хотя не бы знаю, первую арену, блядь, зачистить. Чувак, который читает все диалоги, все записки дебильные. Вот такие, первая арена самая сложная, кстати, если что. Думаю, должен был быть бы повнимательнее человека, который, блядь, просто бегает и стреляет. А это я. Да, блядь. Сказал тот, который первая арена, блядь, самая сложная, блядь, охуенно. Ну я не знаю, ну просто дымный рыцарь, он ебёт, видите, как ебёт. Дымный рыцарь, блядь, это я не знаю, у кого, блядь, там, это... Возьмите щиток, слушайте, пойдите к дымному, возьмите щиток, охуенно будет. Я вам советую, вот как человек, который восхищает дымного рыцаря. Интересно, он как всех убьет. Охуенные страта. Стоишь, закрываешься щитком, ловишь все атаки. Добьет ли он крыс нахуй?
Ну просто. Да ладно, ты увидел его. Почему он здесь уже? Потому что шаг в сторону сделаешь как-то. Ой, блядь. Нет, шестой ты не найдешь, я тебе гарантирую. Вот. Ты там уже был. Так. Просто дымные рисы, понимаете, он вот он ебет, по факту. Ага, мозгов, по факту разъебал. Ой, извините. Или у нас как бы. Просто дымный рыцарь настолько жесткий, блядь, что он достает своими, блядь, мечами аж в эту локацию. Настолько поебать, и как бы я умираю на самом деле не от самурая. Я умираю от дымного рыцаря, которого воскресили. Еще говорит, воскреси, блядь, убей еще раз. Я что, блядь, долбанюк, ну мне заняться больше нечем. Продай все, что у тебя есть. Нахуя мне этим заниматься? Хочешь, воскрешай, блядь, занимайся. Нахуй ты развернешься. Заебись все, блядь. Будешь ногами входить в секарду. Кинул флешку в ебало, блядь, ногой разъебал. Кинул флешку в ебало, ногой разъебал. Патронов купил бы на дробовик, блядь. С нулем бегает уже 40 минут. Блядь. Сиди, блядь, а воскрешай и убивай, блядь. Это... Опа, как... Блядь, иди нахуй. А что это было? К чему это было? К чему это было? Ну, в чём? Ну, дымный рыцарь. Это была стрела дымного рыцаря. Я знаю это точно. Мне это сказали. Дымный рыцарь, он жесткий босс. Это 100%. 100% дымный рыцарь пустил эту стрелу. Сука, кроме же дымного рыцаря, тут больше никого нету, понимаете? Вот это унижение. Поэтому дымный рыцарь это топ-босс номер один. Кстати, по поводу топ-босса, будет новый топ. Нужны какие они. Представь, это же надо голову включать, ну, чем ты пользуешься, думать, чем ты не пользуешься. Дымный рыцарь. Просто дымный рыцарь. Наверное, не уровень Куплинова. Сука, как же я всасываю от него. Жесткий босс, на самом деле, жесткий. Как гоночки, знаете, вот только две кнопки вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, чтобы два действия только было. Или вот этот, Flappy Bird. Когда ты просто одну кнопку тыкаешь, блядь, чтобы в трубу не попадать. Вот это, блядь, уровень Куплинова, наверное. Там думать не надо. Там просто надо жать одну кнопочку. Вот так. Тынь-тынь-тынь. И птичка летит, блядь, между трубами. А вот это, блядь, сидеть, крафтить, думать, какие патроны надо, какие нет, ну, блядь, ну это слишком сложно. Я считаю, я согласен с ним. Это пиздец, блядь. Я вот тоже не люблю такое. Вот это, блядь. Вот, еще крафтить, что-то надо собирать ингредиенты. Рецепты еще б не было. Ну как нормально игры, да, они когда тебе что-то ложечки, блядь, преподносят, где талисманы, блядь, по всей карте разбросаны. Это, блядь, сложно, согласен. Это не уровень. Братапатронов.ком. Смотрим от Куплинова недорого без смс и регистрации. Пока тёлку там ебали, блядь, в сторонке, он смотрел в зум, блядь, на чувака за километр стоящего. Джоба какая-то обдолбанная. У него классно. Блядь, опасный, стоял, блядь, за километр. Очень интересный геймплей. Самое опасное, что тебе, блядь, сзади зажало. Пока доходить умирать. Что там, так что там по дымным рыцарям? Пока ты там целился. Он задолжен! Дымный рыцарь, он такой, да. Ебёт? Ржака. Да ты задолбал! Ты тёлку убил, сука. Что значит косоглазие? Так, дальше. Этого как не было, так и нет. Я лучше буду с пистолета стрелять и флешки бросать. Нахуй мне дробовик, пускай лежит в инвентаре, занимает, блядь, 16 ячеек, нахуй дебильный. Я лучше буду, блядь, стрелять по патрончику в голову и кидать флешки. Пизде, блядь. Обычно на А что это только что было? А что это только что было? Бегает и шумит. Ты тоже бегаешь и шумишь, а толку от этого? Замок прорисовали прямо старать. Нет, блядь, ремейк не будут ничего положить. И здесь, блядь. Я хуею с этой логики. Главное, нельзя тратить патроны для до конца, потому что... Да ладно. Здесь,
лбом долбить, блядь. Возможность могу пройти через эту дверь. Сидеть экономить всю игру, блядь, дробовик. Только не стрела. Прицелиться с пистолета, блядь. Это как раз таки была и стрела. Да не, нахуй, он так никогда не умеет стрелять. Не надо вот эти костюмы делать. Куплинов бы так никогда не умеет. Блядь, что это было, ну? Ты еще и трупом закрываться отстрелил, да, ты ж? Да я ж прыгнул, сука! А что это не Dark Souls, по-моему, кажется, тут нельзя. Я че, сука. Little Nightmares, блядь, уже он есть. Да я... Я не успеваю так двигаться, он, сука, ебанутый. Ой, крыса, 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 как ты её ударить, блядь, ногой? Ногой, удар, если задать её светом, скорее в одну, блядь. Ударь её, крыса, надо мне! Это знаешь, это только смешно может быть, вот это комментирование только в одном случае, когда ты, блядь, угораешь с его глупости просто. Ой, блядь. Какие-то... Чувак просто, блядь, орёт и психует из-за какой-то нахуй побочки. Похлопаем, похлопаем дымному рыцарю. Он хорошо выполнил свою работу. Дымный рыцарь ебёт, говорится. Все, ребят, короче. Давайте вот это без вот этого долбоебизма. Тут он босс, которому я, блядь, не могу пятую часть хп снести. А дымного рыцаря я заходил каждый раз, блин, по пол хп ему сносил просто на изи. Все. Забейте. Я не хочу, блядь, в это больше играть, я официально бросаю эту хуйню ебаную. Мне это надоело. Все, всем пока.